Глава города Владислав Пинаев посетил автовокзал и железнодорожный вокзал. Внимание обращено на парковку на привокзальной площади и остановку для пассажиров автобусов. Пассажиры заезжать не будут, пассажиры будут высаживаться прямо перед въездом на автовокзал. Это требование, опять же, всех служб. Поэтому пешеходы будут, пассажиры, вернее, будут двигаться пешеходами по пешеходам, по тротуару. Представители муниципального предприятия «Тагилдорстрой» и автовокзала подготовят план по расширению тротуара. Решение вопроса с парковкой на территории железнодорожного вокзала требует времени. Здесь находится частная собственность, объекты торговли и товарный двор, которые при организации автостоянки должны пойти под снос.